том, что там амбар. Вы будете кричить, что вы открываете. Забывайте, хорошо? А то потеряем драгоценный. Сейчас 1075. 1070. Все нормально. Все, пора. Так. А вы знаете, что куда, Паш? Все знаю. Вот еще один. Значит, вот это вот одно. Так, Дмитрий, первое, я сейчас поднимаю, а вы вот нас вот поддерживаете снизу. Так, и первое, что с ними делать? Вот вы аккуратно, очень аккуратно, там дерево, да. Очень аккуратно все это. Тогда вот это вот. Это одна вещь. Поднимайте. Берите вот это, вот здесь. Там куда это? Сюда, вот среднюю яму. Среднюю. Большой. Так, это. Давайте тоже. Так, открывайте. Сейчас тут на макарон. Сейчас, подожди. Что сейчас будет? Сейчас еще, по-моему, два пласта надо. Куда? Сюда, да. В эту следующую. Давай. Да. И вот это тоже так. Ага. Аккуратно только дерево. Еще будет? Еще будет. Паш, говори, что? И только руками. Там, по-моему, не надо восстанавливать. Там не надо Не надо.
Швырнули. Надо припять. Глазурь очень хорошая у кого? Хорошая глазурь. Но она прилипла. А давайте вынем вместе лещатку. Другого не остается. Еще сейчас я. Сейчас давай я выйду. Давайте так я ворую. Да нет, открывайте. Нет, Паш, а что отпускаете, мы ее только вместе можем. Так, надо сейчас вместе с ним. Да нет. Вот только надо вот так. Этот мальчик. Добавил? Это наоборот, это как бы без. Все, Александр, давай. Мы можем купить две щипцы, подождите. А бара? Да, помешайте. Все равно. Да, вот какой идет бар? Ой, это мои горы. Горы надо чем-нибудь стряхнуть. Палочки. Это стекло? Вата. А, это вата. Так, ты хочешь, чтобы было пёстренько? Нет. Мягче. И здесь пёстренько. Нет, пёстренько. Сейчас подняли. Бананы. Вот сюда. Да, Паш, лучше сюда. Когда мы там дёргали, я дёргал. Они в обилке. Я думаю, что лучше сюда. Всё нормально. Лучше сюда. Отойди 5 минут. О, вторая. Ой, бананы, чем-то запахло печеным. Ну, точно не бананы. Ой, бананы. Ой, какие они получились-то. А классные. О, все. Ой, а какая интересная, первая. Красиво получилось. Следующая. Дмитрий аккуратно пошел сзади. Да. Чей шедевр? Не знаю, наверное. Да можно и туда. Не знаю, это только там угодно. Очень красивый там, ну, точно его красиво. Чем где-то темнее где-то сидело. Рановато. Здесь не хватило. О, сейчас хорошо. Она там подошла. Да. Отлично. Такой смешной. Я тоже такой смешной. Ой! Не наступить, главное. Мы его потеряли. Я, Сим уже ничего не ставит, да? Он же не разбился просто. Еще одна. Ой, купчиночка. Рано, по-моему. Мне кажется, даже... Ой, какая встречная. Да, сразу так красиво хочет туда. Да.
Это попробуем туда. Вот здесь мягче как-то. Мягче, потому что не остыл. Да. Еще раз. Еще раз. Этот бок совсем у нас. Вот. Не, вроде пошло там. Нет, много-то тут тоже. Целый раз. Ну, это красиво. Сейчас хорошо. Птички чьи-то. Ну, здесь понимаешь. Дольше студит. Подождите подольше, да. Красная. Вот. Мы не можем спать. Нет, мы ее вот. Ну вот мы ее даем по две части обозначили. Нормально, ничего страшного. А сейчас мы ее еще распишем. Соберем целиком, она будет. О, это мои, да. Ваш только а, вот сюда. Нет, у меня есть тоже вещи, не сохнут, которые я так тоже буду расписывать. Но это будет, наверное, завтра. Может, пора у нас? Завтра в 10 часа мы стали второй Ольги, вот этой большой структуры. Может, в этом? Нет. Вот это. Все, все, хватит. Жидкую. Нет, вот так тоже, вот так хорошо. Вот второй слой становится черная. Она мельче, по-моему. А здесь она совсем черная стала. Хорошая. Хорошая, сейчас хорошая. Хорошо. О, то, что мне надо. Видите, они более мягкие. Ну, кстати, они тоже стали такие. Не такой грубый, да, как это? Да, это чернее. Это чернее и контрастнее. Контрастнее, да. А можно в две? Сначала в ту, а потом в ту. Смотри, птички маленькие там, берите. Птички льют. Все равно у нас попробуйте сначала в одну, а потом во вторую, чтобы оба попробуйте, да, этого. Да. Чтобы и крупнее имели. Да. И черные. Давайте, и это и сюда, а это сюда. Не. Одновременно и туда-сюда. И туда, и сюда. Хотят, чтобы и контрастно, и мягко. Что она может и полежать? Для остывания вообще не имеет значения. Ну, главное, что здесь есть, да, не имеет. Это наша работа, как-то. Вам не разница. Саша, там есть что-то еще? Есть, а? Птица, ты осталась? Лицо берите. Есть еще что-то, да. О, по-моему, вообще больше ничего не знаю. Сразу в воду. Ир, твои, по-моему, птички. Ира, давай твою. Ой, тут тоже желтенький, смотрите, хорош. Палевый. Да. Красавец. Слушайте, вообще, мы так научимся, нам еще недельку здесь. Ой, это как бы нормально. Нет, не то, что... Хороший чал. Газ это открывает. А, вот. Да. О, это сейчас запашка будет к тебе. Берегите нос. Ну, берегите нос. Хорошо. Можно положить на время. Не-не-не, не надо, не надо. Можно ровно на нас содержит, удобно очень. Он будет неравномерно остывать. Все, положить. Больше не надо. Ну, пусть Паша сам решит. Да. Ну, я советую. Он ходит сам решит. Если вы думаете, можно все это? Это так, чисто, да. Когда хочешь, так и делать. Ну, очень хороший, досок у тебя вообще. Чашки обалденные, слышишь? Чашки, аптечки какие-то. А потом открывай. Вот здесь, да, хорошие. Ой, красиво. Через часок будет видно, что там получилось. Подожди. Парень, вот так. Ну, там сейчас происходит физическая реакция. Трещит. Да, ложечка она трещит. Вставай, это резко. Все там, да? Мне кажется, она... Ну, не знаю, кто-то, может, продает. Ничего не сделает. Так, отлично. Какие у них клювы получаются, интересные. Мягкие, светлые такие. Они будут здесь выставлены, я очень хорошо не знаю. Ой, мне нравится, Паш, шикарно. Главное не разбить, это будет первое. Берем нос. Перехватите, нос. Это самое. Нормально. Дмитрий, надо возьмите у него за голову варежками. Не-не-не. На травку верну нос. Хотя мы отбили. Ну, слава богу. Ура. Нос на месте. Вот через час приходите, будем доставать из ямок, посмотрите, что получится.
Держи. 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 Держ